отличить на, мабуть, екземпляр сьогоднішньої виставки. Це автомобіль, про який докладніше вам розповість мій колега Олексій. Добрий день. Ви можете відвідати дослідження гості сьогоднішньої виставки, не тільки сьогоднішньої. Це автомобіль Бенц, це Фольксваген. Первый автомобиль рабочих двигателя внутреннего сгорания, над которым доктор Карл Бенц начал работу с конца 70-х годов 19 века. К 1885 году ему удалось создать рабочий двигатель, который был установлен на вот такое трехколесное шасси, которое вы можете видеть. Двигатель 0,75 лошадиной силы с помощью цепной передачи на заднюю ось приводил движение эту моторную коляску. В 1885 года, как я сказал, в рамках рекламного тура по пропаганде как бы своего автомобиля, он начал как бы производить пробеги на автомобиле. В частности, его супруга Берта впервые проехала как бы 38 километров из Мангейма, где находилась мастерская Карла Бенца, к своей тетушке в соседний городок Фасхан. Такой автомобиль производился до 1894 года. Конкретно этот экземпляр 1893 года, вы можете видеть, это номер 140, как бы получается заводской. Это действительно эксклюзивный автомобиль, как бы он привезен из Германии, из заводского музея Mercedes-Benz, поэтому больше его в Украине невозможно, не только в Украине. Поэтому спешите, кто еще не успел посмотреть и вблизи сфотографироваться. Дякуємо, Олексію. А ми, як ви бачите, презентуємо фестиваль «Ретро Фест», який відбудеться з 9 по 11 червня в Кам'янець-Подільському. І ми сподіваємося, що не тільки такі цікаві екземпляри ви зможете побачити на нашому фестивалі, а ще дещо з вами залишить враження на ціле життя.